Характер у Редбула уже не такой скверный. Когда год назад его нашли привязанным к столбу, к нему почти невозможно было подойти. Видимо, хозяева поняли, что питбуль далеко не тихая комнатная собачка, и решили избавиться от питомца. Первые месяцы и в приюте даже думали усыпить озлобленного пса, но любовь и ласка сделали свое дело. Сейчас он даже дружит с собакой-далматинкой. Они в одной будке ночуют, они играются, они обнимаются. То есть он не проявляет таких агрессивных тенденций к ней. Каждый месяц в приют «Надежда» попадают 30 подкидышей. Каждую собаку обследует ветеринар, ей делают прививки. Затем волонтеры подыскивают четвероногим новых хозяев с учетом характера. Здесь есть и прирожденные охранники, и холеные питомцы, которые с удовольствием поспят на диване. Расставаться с воспитанниками всегда сложно. Некоторые собаки особенно харизматичны, они, конечно, западают в душу. Это вот и малыш у нас тут ходит, кавказец, такой большой, слепой, но очень харизматичный пес. Ред тоже у нас давно, Руди с отловом забрали, Сибирь. Ну, наверное, да, тут можно много кого перечислить. Каждый месяц удается пристроить 20 собак в хорошие руки. Двери приюта всегда открыты для волонтеров и тех, кто просто хочет пообщаться с животными, а возможно и завести четвероногого друга. Взяла выходной, приехала. Приехала просто пообщаться с животными. Может быть, мужа на собаку уговорю. Редбулу хозяев пока не ищут. С питбулем еще работают здешние психологи. Каким бы суровым он ни казался, сердце-то у него все равно собачье. А собака, как известно, друг человека. Евгения Белова, Владислав Манин. События.